Бады тоже сказанное вчера. Значит, суть заключается в том, что для того, чтобы не болеть, необходимо соблюдать законы природы в своей жизни. То есть во всех сферах жизни. Жизнь состоит из очень многих аспектов. Сон, бодрствование, отдых, труд, питание, ну и вся социальная среда, информационная среда, энергия, которую мы получаем из, в социуме, значит, друг от друга и так далее, из разных слоев этого социума, из информации, которая нам достается, не очень благоприятная, к сожалению, сейчас, но нужно выбирать. Выбирать просто нужно и не всякую информацию воспринимать. Но это мы, взрослые люди, еще можем сделать. А как быть с детьми? Вот, друзья, как я не начинаю лекцию, все-таки невозможно избежать того разговора о детях. Невозможно. Здоровье детей сейчас находится в очень большой опасности. Всех детей, не только больных. Потому что иммунная система у детей очень ослаблена в результате ухудшенной не только экологической обстановки, то есть внешней среды, но и сильно-сильно ухудшенной внутренней экологии. Ну, что такое внутренняя экология, я думаю, понять несложно. Это состояние нашей внутренней среды, нашего желудочно-кишечного тракта, чтобы было всем все ясно, да? Дыхательной системы, выделительной системы и каждой клетки фактически нашего организма. Состав крови, все это внутренняя экология. Вот существует масса, ну, во всяком случае, уже существует масса всяких экологических инспекций, экологического контроля над производством, над сельским хозяйством и прочим. Но я еще не слышала, а если кто слышал, пускай скажет, есть ли экологический контроль над медициной. Нету такого контроля экологического. Медицина бесконтрольно действует. Если сейчас начнут давать самые невероятные вредоносные препараты, никто не схватит за руку врача и не скажет, что этот препарат ведь очень вредит организму, тем более детскому. Вот мы написали «Панадол – смертельное убийственное лекарство». Это так и есть. А разве только «Панадол»? Просто сказали, потому что это распространенное, рекламируемое средство, рекламируемое даже для детей при высокой температуре. А у какого малыша не бывает высокой температуры? Бывает практически у всех. Так вот, дайте «Панадол» и все, дайте сироп «Панадола». Он сладкий, он приятный. Вы знаете, это страшное дело. Раньше хосттаблетки были горькие, и дети их не пили. А сейчас они сладкие, и дети их пьют. Вот потому, по этой вот вредоносной практике, иммунная система у детей все хуже и хуже становится. И она уже до того становится неспособная, не жизнеспособная, не дееспособная, что дети болеют лейкозом. Почему болеют? Невероятно распространены лейкозы сейчас. Вы, наверное, сами смотрели недавно по телевидению передачу, которую вел Владимир Путин, и сожалел о том, что у нас есть дети, больные лейкозом. Сожалеть, понятно, это спасибо за это. Но надо же сделать, чтобы они не болели. А для этого предполагается строить огромный центр для детей, больных вот этими онкологическими заболеваниями крови. Центр тоже хорошо. Но лишь бы правильно лечить в этом центре, так лучше не делать центр для больных лейкозом детей или взрослых, не надо такого центра вообще. А лучше лечить те болезни детей, которые приводят к лейкозу. А это самые обычные тривиальные болезни. Простуда, ОРЗ, сопли, кашель, ангина. Что возникает с нескольких месяцев и до 10 и дальше лет. Ладно, как мы лечим эти заболевания? Мы их лечим антибиотиками и жаропонижающими, вот типа панадола и прочих. В результате мы получаем лейкоз. Дальше больше идет лавина, нарастает. Почему? Потому что, вы понимаете, что значит лейкоз? Это значит иммунная система до того уже негодная, она буквально представляет собой решето. А ведь лейкоз – это заболевание костного мозга. То есть костного мозга, находящегося в трубчатых костях, длинных трубчатых костях. Костный мозг – это кроветворный орган. Значит, имеет место следующее явление при лейкозе. Почему-то об этом не написано в медицинской литературе, о причинах лейкоза. Реальные причины таковы. Вот вы, наверное, сидите и думаете, ну зачем мне это слушать? Ну зачем?
Да, думайте так. Я не врач. Лечить больных лейкозом я не буду. Я, у вас дети есть? Есть. Понимаете, они не избавлены от опасности лейкоза, отнюдь. Вы не думайте, что нам это не угрожает. Не думайте, даже если вы живете в чистой экологии. Потому что у вас уже достаточно ослаблена иммунная система, и у них и так далее. Но если вашим детям не угрожает, благодаря вашему здравому смыслу и прочему, то угрожает огромному количеству других детей, находящихся рядом и не рядом с вами. А это все равно, это общее наше дело и ваше дело, и болезни тех чужих детей, представьте, информационную дают такую нехорошую вам информацию, что ведь болеют люди и дети от информации тоже, а именно дети больше, потому что они чувствительнее. Так что вот недавно была конференция о домашних родах, и там много чего говорилось о том, что именно человечество – это одно целое, это один человек, это одно сердце, одна душа. И все мы единое целое. И что происходит с одним человеком, отражается на судьбах человечества и даже планеты. Поймите, пожалуйста, все касается всех. И потому слушайте меня сейчас, не отвлекайтесь. Все касается всех, представьте себе. Даже если у вас нету детей, ну, понятно, у вас есть, но, предположим, у Нади их нету, предположим. Все равно, ей это тоже важно знать, потому что если нету, то будут, и пусть не свои дети, то другие, соседские, или даже те, с которыми она работает. Тем более, все это надо знать учителям. Учителям очень необходимо знать вообще элементарные сведения приобрести о медицине, о детской патологии, о закономерностях возникновения болезней. Потому что если они будут это знать, они очень многое могут сделать для предотвращения хотя бы болезней своих учеников. Они могут просветить родителей, объяснить им, сказать им. Ведь у них больше доступа к этому контингенту, чем, скажем, у меня и вообще у любого врача. Поскольку врач имеет дело с больным ребенком. А учитель имеет дело с массой детей, и здоровых. И, ну, а ну-ка смотрите, в школах городских 1000-2000 детей. Если учителя будут осведомлены во всем этом, то какую они пользу могут принести? Вы смотрите, 1000 детей предохранить от болезней. А не одна же школа. Так это вообще уже болезнь, не будут дети болеть. Так где лекции для учителей о естественном лечении, о естественном здоровье? Нету этого. Герман, слушайте, давайте организуйте как-нибудь все это дело, а? Лекции для учителей вот так нужны. Они крайне нужны, эти лекции. Мы уже пишем. Ну вот. Все-таки докончу тему лейкозов. Так что происходит? При лейкозе, я вчера говорила, но сегодня повторю вам, что тема очень важная. Помнишь, что я вчера сказала? О лейкозах. Помнишь? Конкретно о лейкозах. Что я вчера сказала? Не помнишь? Дети болели бронхиальной астмой или ангиной гнойной. То есть были гнойные заболевания. Вот. Или аппендицит. Накапливается гной. Говори. Из-за этого возникает лейкоз. Да. Вот это так и есть. Много гной. Вот. Аппендицит гнойный, после его удаления в 5 лет дали гнойный аппендицит, в 20 лет у человека лейкоз. Это реальный случай. Я рассказала вчера. Так вот. Гной распространяется по всему организму и удален. Источник удалили, понятно, не оставишь же гнойный аппендикс. И все, дальше растет ребенок. Пришел период половой зрелости. Преодолел, компенсировал, огромное количество гормонов выделяется новых в организме, все они адаптируют организм, адаптируют иммунную систему, все хорошо. Но наступает 20, 21, 25 лет, и вот этот подъем, всплеск этот, гормональный, вот этот, предположим, детство, да? Детство, ясно, там тихо все. Идет 12-15 лет, всплеск гормональный у мальчиков, у девочек даже раньше. А потом все, опять идет такое плато, уже после 20 лет. Ну а дальше, если у нас ума нет, то будет все вниз идти. Итак, когда уже нету этой активного, очень бурного выделения гормонов, половых я имею в виду, то иммунная система потихоньку сдает позиции.
Но она же должна вообще нас обслуживать несколько сотен лет. Но до того она доведена, что тут уже все. Нет возможности даже защитить костный мозг. А костный мозг, он прекрасно защищен. Вообще все жизненно важные органы имеют несколько иммунных барьеров. Кроме общего тканевого, у него есть еще свой иммунный барьер. Так же, как у мозга нашего, спинного и головного, есть гематоэнцефалический барьер. Так же, как у плода, плацентарный барьер. Кроме других барьеров тканевых, иммунных, есть еще плацентарный барьер, специально для плода, чтобы он не пропустил грязь туда всякую, и наоборот давал ему здоровые иммунные тела. Так вот, все эти барьеры сейчас превращены буквально в решето. Вот они, плоды рябленные такие. И поэтому вот этот гной, гнойные токсины, вот при гнойном аппендиците, в любом гнойном процессе, они проникают еще по крови, через кровь и лимфу, проникают и в костный мозг, и куда угодно, и в голову. И сколько детей с головной болью? В третьем классе, девочка в третьем классе, у нее голова болит. И так далее. Это же немыслимое дело. Так, а раз так, а почему так получилось? Почему плацентарный барьер такой стал ненадежный? Потому что лекарства, антибиотики и все химические препараты, они убивают, вы понимаете, убивают не только микробы, вирус, против которого они вроде бы созданы, они убивают прежде всего нашу иммунную систему. Вот кто придумал вот эти современные лекарства? Ну, современная химиотерапия берет начало от Пауля Эрлиха. Был такой немецкий химик Пауль Эрлих, это конец 19 века. И он создал вот этот самый сульфаниламид, ну, первый сульфидин, по-моему, сульфидин, и говорил, что он изобрел волшебную пулю, то есть точечные удары, так сказать, выражаясь современным языком военных. Точечные удары. Он волшебную пулю, которая убьет микроб, но не тронет клетки организма. Но получилось совсем не так, а как раз наоборот. Клетки погибают быстрее, чем микробы. И вот так и страдает иммунная система. С конец 19 века прошло 100 с лишним лет. 120 приблизительно лет с тех пор, 130 даже. И уже 4-5 поколение принимает огромнейшее количество препаратов. Если был один сульфидин, то их сейчас миллионы, видимо, самых разных препаратов, созданных в лабораториях фармацевтических, которые все абсолютно губят иммунную систему. Абсолютно все. Поймите, пожалуйста, вот и получили мы волна лейкозов, эпидемия рака и, к сожалению, больные дети рождаются. Дети переносят болезни уже в утробе матери. Все те болезни, которые расцветают пышным цветом после рождения, начиная с нескольких дней и до старости глубокой, эти болезни берут свое начало во внутриутробном периоде. Вот, пожалуйста, знайте, что внутриутробный период – это очень важный, важнейший период в жизни человека, но понять это можно, поскольку плод – это нежнейшее существо, очень пластичный материал, и он очень уязвимый к тому же. Ну, в крови матери чего только нету. Каких только там нету простейших хламидий и просто гнойных токсинов, о которых мы уже говорили. А плацента сейчас дырявая стала, нету иммунного барьера плацентарного. Все это хлынет в кровь плода и потихоньку заводятся там червячки болезней вот этих. Родился ребенок ДЦП, детский церебральный паралич. Почему? Что? От чего? Травма во время родов. Да, травма плохо. Но может и не быть травмы, а быть ДЦП. Тогда генетика все. Нет, не генетика. Травма не должно быть травмы, но иногда и не травма причина. Не иногда, а чаще всего. Причина – это менингоэнцефалит, перенесенный во внутриутробном периоде. Менингит-энцефалит, вот. Что дает вот эти параличи элементарно? Так же, как и взрослый человек заболеет, у него пойдут параличи. Так что беременная женщина должна быть особо внимательна, особо осторожна и особо кушать, понимая, что она ест. То есть она должна пройти курс естественного лечения. А кто не должен пройти? Учителя должны пройти, врачи тем более должны пройти. Беременные женщины должны пройти, родители детей должны пройти. И люди, в конце концов, тоже. Чтобы они сами не болели и своих родных могли спасать. Вот элементарно, при отравлениях что делать?
Что делают при отравлениях? Сразу в больницу. Там давай капельницу, то да, сё, да, сё, да, сё. Ну, иногда промоют, иногда не промоют. Клизму не делают. Промыть, да. Желудок, ну, более-менее. Зонт глотай, промывай. Кишечник? Зачем кишечник промывать? Не надо. Ну, есть чудовищные случаи, когда человек, вот именно больной лейкозом, 8 дней не ходит в туалет, а ему дают химию. Ну, что это такое? Причем это делается в Ростовской областной больнице, не где-нибудь в деревне. О чем говорится? Так, все это к тому идет, что знаете, что вы едите, товарищи. Знаете, пожалуйста, что вы кушаете, и полезно или вредно то, что вы едите. Теперь я хотела сказать, в общем, о патологиях самых распространенных, которых можно избежать. Во-первых, как их не заболеть. Не заболеть, скажем, той же бронхиальной астмой. Зачем болеть ею? И потом начинать лечиться. Начинать лечиться самым чудовищным способом. То есть антибиотики, но их дают не всегда. Видите ли, есть инфекционная астма, а есть еще атопическая, аллергическая астма. Значит, аллергическая астма – это не воспаление. Она связана только с аллергией. А не объясняется, кстати, что такое аллергия. Аллергия – это, мол, не воспаление. Это просто иная реакция тканей. А что нужно делать? А нужно эту иную, неправильную реакцию подавить. Для этого масса придумана препаратов, которые подавят тканевую реакцию. То есть они те же тканевые яды. Понимаете? Подавляют. Да, ткани подавляют синтез антител. Ну, потому что их действительно много, и эти аллергические реакции, то есть реакции с избытком антител. Ну, теперь надо объяснять, что такое антитело. Я объясняла, наверное, помните. Ну, в общем-то, антитело – это те иммунные клетки избыточные, которые вырабатываются в ответ на вторжение в организм антигена. А антиген – это может быть микроб, может быть вирус, может быть любой чужеродный животный белок. Но считается, что при аллергиях антигенами, антигены есть специфические. То есть это или пыльца какого-нибудь растения, причем это будет или пшеница, говорят, у тебя аллергия на что? У меня на рожь и тимофеевку, а у меня на амброзию, а у меня на тополиный пух, а у меня на подсолнечник, а у меня на мед, а у меня на лимон, а у меня на арбуз. Это такой бред. Ну а раз разные существуют возбудители аллергии, то нужно, значит, выяснить, на что аллергия у данного больного. Значит, для этого есть тест огромный, 100 и более там аллергенов определяют. Определили, выяснили. Вот то-то, то-то вызывает там припухание на коже, а то-то нет. Значит, у тебя 5-6 аллергенов или хотя бы один аллерген. Все, пыльца амброзия, один аллерген. Значит, избегайте этой пыльцы. Ладно, вот посмотрите, логика какая. А как убежать? Краснодарский край служит в амброзии. И также и остальные там южные регионы России. Куда? Ну, люди уезжают за полярье. Это не преувеличение, это факты. Из Краснодарского края, от Южного моря люди уезжают жить в Заполярье, потому что там амброзии нету. Только там ее нету. Представляете, что за кошмар? Ну вот, рассудите дальше сами. Ладно, уехали. Там действительно они не страдают этой аллергией и не задыхаются, астмы нету. Через несколько, 2-3 десятка лет все это у них возобновляется тоже. Это я говорю на фактическом материале. Но давайте подумаем. Предположим, у них оно не будет этой аллергии. А что они сделали? Они свою болезнь увезли с собой. Потому что причина этого заболевания, аллергии, ринита или полиноза, так называемого амброзины, или астмы, это совсем не пыльца амброзии, а это внутренние гнойные элементы, находящиеся в наших клетках, межклеточной жидкости, крови и так далее. Это элементы частицы гноя. Откуда гной? От неправильного нашего пищеварения. Вот и все. И это я доказала уже, наверное, 1000 раз, вылечив 1000 больных всеми этими аллергиями, и особенно к амброзии, которая наиболее частая причина у нас. То есть не причина, а повод. Когда люди очищались, когда они голодали и промывали кишечник, то есть налаживался такой цикл очистительный, понимаете, вот выпили мы сульфат магния, который усиливает выделение жидкости из всех тканей организма. Выпили, значит, вся эта жидкость идет в толстый кишечник и выливается наружу, соответственно.
Следом мы пьем достаточно много воды для того, чтобы усилить лимфоток. Усилить лимфоток, чтобы лимфа быстрее циркулировала и промывала клетки. Значит, мы пьем воду и идем в туалет. Пьем воду, она сразу, промывая все клетки, отправляется в толстый кишечник. Нет, около литра воды в толстом кишечнике – это уже избыток. И пазы в туалет. А продолжаем пить воду. Опять же такая вещь. А сульфат магния, он сидит там, эта соль находится в толстом кишечнике, и все вытягивает и вытягивает на себя. Таким образом, первая очистка происходит. Потом промываем кишечник, а продолжаем пить. А кушать не едим. Кушать мы не едим. Не едим, потому что нужно включить еще тканевой очистительный механизм. Вот это очень важно, хорошо, что вы пишете это. Надо включить тканевой очистительный механизм. А для того, чтобы его включить, надо прекратить еду. Почему? Потому что когда мы едим, мы должны переварить съеденное. Для этого нужны нам пищеварительные ферменты. Эти ферменты выделяют пищеварительные железы. Но они работают. Работают все. Начиная от слюнных желез и дальше. Железы желудка, поджелудочной железы, печени, железы тонкого кишечника и толстого кишечника. Все это работает, вся эта махина. И такая, знаете, очень серьезная работа идет в организме и довольно для нас ощутимая. В результате мы переварили пищу. Ну, как переварили, это потом вопрос следующий. Правильно, неправильно, сколько там у нас гниения затеялось в этот момент в кишечнике и сколько брожения, но мы так или иначе переварили, и для этого потратили огромное количество ферментов наших. Куда уж тут нам выделять собственную грязь из собственных клеток? А для того, чтобы мы дали возможность этому процессу совершиться, нужно пищеварение исключить. То есть дать всем органам пищеварения покой, чтобы они не работали. Если они работать не будут выделяться пищеварительные ферменты. Ну, когда? Только тогда, когда здесь у нас пусто внутри. Но... Сульфат магния как изменить? Потом. Но организм не спит. Живой организм, в живом организме постоянно происходят какие-то тканевые процессы, процессы обмена. Значит, если нет выделения пищеварительных ферментов, усиливается выделение тканевых ферментов, протеаз, которые разрушают, растворяют наши собственные белки. Но, как вы думаете, в первую очередь, какие белки, какие элементы, какие клетки будут разрушены, растворены и выброшены? Ясно, неполноценные. Ясно, забитые гноем, говоря четко и просто. Просто забитые, переполненные гноем или полностью, или наполовину. В общем, сначала самые больные клетки разрушаются, потом более-менее и так далее. И человек, конечно, теряет в весе. Ну, смотря, какой у него исходный вес. Если большой, он потеряет много. Если небольшой, мало потеряет. Но, во всяком случае, уходит грязь. Первые 7 дней уходит только грязь. И не беспокойтесь, если вы теряете даже много. Так, ну, и потому не нужно принимать твердую пищу, то есть не нужно жевать. Если мы жуем, мы уже запускаем процесс вот этого пищеварения. Если пища только жидкая, что мы и принимаем, то есть мы не голодаем, мы даем клеткам питание. Тканевое питание имеет место, но исключается пищеварение, потому что те, в общем, смеси, которые мы пьем, коктейли, это медовый коктейль на травах с цитрусовыми соками, и это свежевыжатые соки. Они не требуют пищеварения практически, они всасываются в желудке, не проникая даже в 12-перстную кишку. Но если они всасывались в желудке, все, куда всасываются? В кровь, в тканевую жидкость и кровь. Ну, и таким образом кровь разносит все это из желудка по всему организму. Все клетки абсолютно получают питание. Мы можем жить вполне полноценной жизнью. Мы можем и работать, и спокойно спать, и заниматься спортом, и музыкой, и чем угодно. Но не очень тяжелым физическим трудом, конечно. Тут особенно полезно работать на земле, но на улице, на воздухе, в общем. Не в закрытом помещении, не ремонтировать только. То есть не принимать вредностей. Ну вот. И процесс этот
Но для полного очищения он должен длиться 42 дня. И так и раньше было. При классическом голодании 42 дня люди не ели, а пили только воду, дистиллированную причем. Это голодание по полю брегу. Но это было 100 лет назад. А сейчас при очень загрязненной экологической атмосфере и при, так сказать, том, что люди намного хилее стали в результате того, чего я уже сказала, 100 лет применения химиотерапии и антибиотиков, то этот срок сократил ли вдвое, 21 день. Но и то 21 день, вот по моей методике, адаптированной к современности, так сказать, мы не голодаем на воде, а голодаем уже на питательных вот этих коктейлях. То есть фактически есть питание и есть процесс тканевого очищения. Эти два процесса удается совместить. А если совмещается, то вот получается, что человек может долгое время сохранить все, в общем, нужные ему качества за эти 21 день. Он и работать может, и лечиться. Но, конечно, лучше все-таки не работать, а иметь покой, потому что, по классическому определению, голодание – это есть физический, физиологический и психический покой. Физиологический покой – это отсутствие еды. Физический покой – понятно, что такое физический. Но это не значит лежать неподвижно, а именно более-менее физические нагрузки легкие на воздухе. И психологический покой, понятно тоже это. То есть тут очень важно, знаете, еще то, чем занимается человек в это время. Если вы слушаете классическую музыку, если вы смотрите, или еще лучше, если вы рисуете сами картины, или смотрите на такие картины художников, в общем, работаете с красками, то вы получаете дополнительную энергию. Откуда? Вы получаете энергию из космоса. Классическая музыка и краски несут с собой космическую энергию человеку, который воспринимает все это. И это, конечно, помогает голодать очень. Так что вот это, знаете, нам вот нужно будет в будущем лечебном оздоровительном учреждении надо иметь обязательно мастерскую художника и классическую музыку, а 2 часа в день хотя бы, 2-3 часа в день, вот несколько раз, включать именно классику, прослушивание классики. Гендель, Моцарт и Вивальди – это особенно лечебная музыка. Вот. Что еще? Это вот общие положения того, так, но все-таки я хочу довести мысль о аллергиях до конца. Так что делается? Значит, человек, вот тот гнойный очаг, источник аллергического заболевания, увозит с собой в Заполярье или куда-нибудь. Но оно все остается. И через несколько лет или через несколько месяцев астмы у него нету. Но у него появляется псориаз, кожное заболевание. Или любое другое. Мигрень может начаться. И может просто где-то возникнуть раковая опухоль. Что бывает особенно у здоровых людей. Таких хорошей, сильной иммунной системы. И ничего, был очень здоров. И сколько я наблюдала в своей практике, летчики очень часто, вот кончили, они ушли на пенсию, отработали, рак. Почему? Здоровый был, все время проверял все. Такой здоровый рак. Да вот потому и рак, что он здоровый. Потому что иммунная система сильная, а компенсирует. То есть не болеет человек, он не простуживается, он закаленный, он не болеет. А гной-то все равно копится. А куда его девать? Когда заболел человек, он хоть этот гной выплевывает, как-то выводит его. А если он не болеет, все сидит. А в конце концов иммунная система, так сказать, теряет терпение, сколько она может терпеть. И она начинает пожирать этот гной. А для того, чтобы пожирать, обычных клеток недостаточно. Они должны быть агрессивные, сильные, быстро размножаться. Вот вам и раковая опухоль. Вот весь секрет рака. Так что ж, рак не нужно лечить, рак нужно не допустить, так же, как и лейкозы. То есть нужно лечить гнойные болезни. А если человек не болеет, все равно он гной копит. Значит, надо лечить здорового человека, то есть очищать. Лечить – это не значит давать лекарства. Это значит очищать организм. И это надо до сознания всякого человека, чтобы дошло.
вида сознания, тем более каждого родителя. Ну, вам стало ясно, что такое аллергия? Сейчас это самая распространенная патология на земном шаре. Астма – это последствия аллергии, то же самое аллергическое заболевание. Можно сказать, что диабет – то же самое, это тоже аутоиммунное заболевание. В причине диабета тоже есть одна страшная ошибка. Ну, в общем, питание – это сплошная ошибка, огромная ошибка – наше питание вообще. Огромнейшее такое, не то что белое, а черное пятно на жизни человечества. Значит, диабетику что говорят? Нельзя употреблять сахар, это правильно. Сахар и там белую муку, все это все правильно. Но нельзя употреблять мед, это неправильно. Мед можно, но в небольших количествах. И нужно, наоборот, нужно, да, чтобы углеводы чем-то заменить, нужно белок употреблять. То есть творог обязательно и мясо. Не жирное, а отварное мясо. Как будто от того, что оно это отварное, а не жареное, его химический состав изменится. Не изменится, уверяю вас. И вот ему 300 грамм говядины или телятины в день обязательно, и сколько-то там творога и так далее. Это ужасная ошибка, потому что диабет возникает не от избытка сахара, а от того, что клетки поджелудочной железы погибают. От чего они погибают? От тех же, значит, того же чужеродного животного белка. То есть это мясо, которое мы съедаем, обладает, к сожалению, качеством антигена. То есть оно, будучи чужеродным и не расщепляясь полностью, эти молекулы становятся причиной возникновения лишних антител. И смотря, какую ткань они больше разрушили, если эти чужеродные молекулы, как-то большая их часть, и ежедневно она атакует поджелудочную железу, то мы получаем диабет. То есть клетки, которые вырабатывают инсулин, они погибают. Если они погибают, значит, это уже мертвые клеточки там. Не живые, не нормальной конфигурации. А мертвые клетки нам не нужны. Значит, для этого организм начинает синтезировать антитела, чтобы еще убрать свои ненужные клетки. Мусор, да, там погибших мертвецов надо же убирать. Вот и убирает. А как убирает? А получается, синтезируются аутоантитела иммунной системой. То есть такие солдатики, уборщики, которые убирают вот эти, что значит аутоантитела? Антитела к собственным погибшим клеткам поджелудочной железы. Когда этот процесс имеет место, мы получаем два трупика. Один антитело, другой антиген. То есть сама клеточка и та, которая ее убирала. Они оба погибли, оба там остались на месте боя, на поле боя. А таких миллиарды. Значит, чем больше их образуется, тем больше образуется антител. Вы посмотрите, какой жуткий процесс. Аутоиммунный процесс нарастает, как снежная лавина. Как его остановить? Как подавить синтез ненужных антител? Как? Лекарства есть. Какие? Химиотерапия. И так далее, и так далее. Это же стратегия при лечении лейкоза, рака, аутоиммунного тиреоидита, диабета и так далее. Вы понимаете этот кошмар медицины? Вы понимаете, люди, не будучи медиками, вы должны это знать. Потому что если вы не будете знать, вы погибаете. Современная медицина убивает человечество. Я больше уже говорить не могу. Это до того возмутительно, что, в общем, ладно, общие вопросы хватит, потому что все они аналогичны. Понимаете, все болезни вот так неправильно лечатся. А теперь, если вам нужна конкретная методика, тебе я, насколько понимаю, и тебе, да? Mm-hmm. То давайте ее пишите. Только заранее мне скажите ваши жалобы, страдания какое-то, в общем, недомогание. Mm-hmm. Никаких. Но это прекрасно. Сколько вам лет? 36. Ну, в общем, не болел. В прошлом чем болел? В детстве и так далее. Ничем не болел. А чем занимаешься сейчас? Работаю. А образование, специальность, образ мыслей? Техническое, не техническое. А, техническое, высшее, да? А что именно конкретно? Университет. Что, что? Факультет? Инженер-механик-технолог специалист. Хорошо. И психология, да? Ты по образованию... Аудитор, ну а что значит образование какое? Я не совсем представляю. Экономическое, все понятно. Вы? Я должен в армии. Ой, какая хорошая специальность.
Прекрасно. Ну ладно, вы не хотите писать? А я чем занимаюсь? Я не только и пишу. То, что я буду диктовать. То, что я буду диктовать. Вы не хотите писать? Так я пишу. Что пишете? Все. Запись? Запись у нас сейчас идет. Конечно. Того, что я говорю. Да у всех этих концертов. А, все, ладно. Ну, я не против. Хорошо. Вот так. Значит, если вы хотите... У тебя какие жалобы? Я хотела для своей мамы больше всего узнать. Что? Ну, как ей лечиться? Так а что с ней? Как ей лечиться? Что? Ну, моей маме уже 55 лет. Ну? Вот. У нее все время высокое давление, высокий пульс. Вот. Еще у нее щитовидка, очень высокие гормоны. Я не помню, как называется заболевание. Называется... Тиреоидит. Ну, ну, я же сейчас сказала, аутоиммунный тиреоидит. Да, это точно высокие гормоны. Да, да, да. И еще у меня тоже по-женски там проблемы. Да. Так где она находится? Заочно лечить – это не очень хороший вариант. Ну, она же на пенсию вот выходит. Где живет? В Зеленограде, это Подмосковье. Так ты бы сказала, привезла ее. Сказала бы ей, что нужно приехать. Потому что... Да. Я отнюдь не уверена, что она будет что-то делать. Понимаешь? Я не уверена, что я еще смогу ее убедить к вам приехать. Так а тем более ты не убедишь ее лечиться. Но, во всяком случае, лучше сама скажи о себе и сама начни лечиться. Ну, а мама уже посмотрит на тебя, наверное. Я не люблю говорить при других. Хорошо, не говори, но хоть какие-то жалобы есть? Нету никаких? Нет, да. У меня есть, конечно, тоже проблемы со здоровьем, но я не решаюсь при трех мужчинах о них рассказывать. Мне неудобно. Ладно, пиши. Гастрит есть? Гастрит. Есть, да. А почему про маму рассказала? Ну, потому что никто не знает. А, ну ладно. Можно. Давай. Желудок здоровый, значит, да? У тебя. В принципе, у меня есть небольшой гастрит, но я сама себе будущего. Как? Питанием и травмами. Ну, сейчас изжога не бывает? Изжоги. Не, изжоги мне никогда не было. Хорошо. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Гастрита нету? Нет. Хорошо. Ну тогда пишите. Значит, выпить вот в 7 часов вечера. Полагается пить вечером. Сульфат магния. Ну, вам, наверное, 3 пачки. 3 пачки. То есть 60 грамм. Тебе 50 грамм. 50 грамм, 2 пачки. 40 грамм, 2 пачки, ну, выпей все-таки 50, 2,5. Понятно? 50. Вот. Ну, как пить? А воды сколько? Растворить стакан. Растворить в стакане воды. Хорошо растворить нужно. Выпить и сразу запить. А, выпил? Ну, дальше надо. Еще раз надо. Давай, наливайте. Вот. Значит... Запить отваром трав с медом и соком лимона. Сразу же. Вот выпить и сразу запить отваром трав с медом и соком лимона. Одним стаканом пока. Каких трав? А, каких трав? А вчера же мы писали. Ой, ужас. Ну ладно, я продиктую. Потом в конце спросишь, я продиктую. Лечь на правый бок. Лечь на правый бок с грелкой на область печени. Пока ли... Что-что? В аптеку денег лежать за этим сульфатом. Ну, зайди. Завтра тогда будешь пить. А днем ты на работе? Ну, да. Ну, тогда вечером в 7 часов выпьешь после работы. Завтра. Да, лечь на правый бок с грелкой на область печени на 1 час без подушки. Пиши, на 1 час без подушки. Пока лежите, пить отвар. Пиши, пока лежите, пить отвар. Сколько? 1 час, на 1 час. И за этот час один выпить 2-3 стакана отвара. Трав с медом и соком лимона. Теперь. Каждый добавляет лимон, мед, да? Да. 2-3 стакана отвара с медом и соком лимона. Потом встать.
8 часов надо встать уже, подышать, зайти, выпить. В общем, еще 2-3 стакана до 9 часов. Еще 2-3 стакана до 9 часов. Угу. Потом нужно в 9 часов лечь спать. Я вчера много говорила о необходимости этого. В общем, это потому делается, что нужно соблюдать ритмы организма. Организм, все органы работают по своим ритмам. Есть ритмология организма. До 9 или до 10 часов? В 9 надо лечь спать. В 9 лечь спать. Кстати, сейчас по 9, наверное. Так что не будем сильно нарушать. Сейчас без 29. Так, лечь без 20. Да. Так, почему нужно? Потому что в 9 часов темнеет, потому что в это время начинает вырабатываться мелатонин эпифизом, самой главной железой внутренней секреции. И вот у твоей мамы тиреоидит, да? Значит, работа вот эта ритмичная всей эндокринной системы зависит от эпифиза. Если вы нарушаете ритм его работы, то нарушается ритм работы всей системы, и в том числе и щитовидки, да, и при диабете поджелудочной и так далее, так далее. А мелатонин, который выделяется эпифизом, это называется гормон сна, и он должен выделяться, то есть он не должен, он так выделяется физиологически, это ритм работы эпифиза, как наступает темнота, и до 3 часов утра дальше он не выделяется. Вот потому вы имеете полноценный сон это время. А остальное, что после 3, вы спите уже за счет того, что уже выделилось, какие-то остаточки остались. Ну вот, утром надо проделать промывание кишечника. Утром. Вот вы выпили вечером, на грелке полежали, отвар попили. Утром промывание кишечника надо делать. Вот физраствор, вот написано. Физраствором 2 литра теплой воды. Температура 38 градусов и так далее. Мне интересно, вот, почему вы меня слушаете? Вы все знаете. И относитесь весьма иронически ко всему тому, что слышите. Ну, зачем вы сидите и слушаете? Почему иронически? Я слушаю. Не знаю почему, но я знаю, что это так. Я вас слушаю. Я знаю, что вы меня слушаете. Но вы просто так внутренне смеетесь над всей этой процедурой. Ну, это так. Не, ну просто, если вы что-то хотите узнать, то отнеситесь к этому более, так сказать, желанием узнать. А если не хотите, то не надо зря сидеть. Понимаете? Я постоянно пребываю в желании что-то узнать новое. Так новое есть в том, что я говорю? Ну, оно похоже на правду или это так, просто разговор? Похоже. Похоже. Ну, ладно. Пошли дальше. Что это вас интересно? 2 литра. 38 градусов добавить. Вот. Все. Это физраствор, ну, близкое, там нужны еще другие микроэлементы, но их очень мало, мы пренебрегаем этим. И вот такой физиологический раствор, он не нарушает микрофлору кишечника. О чем вы без конца мне трубите в уши, и уже мне так тошно отвечать на эти вопросы. Написано, я читала, я слышала, что клизмы вредны, что они растягивают кишечник, они вымывают микрофлору, что после них в кишечнике будет работать. В общем, причем это говорят люди, которые жутко страдают от запоров, и они боятся, что их кишечник не будет работать. Да он уже не работает. Вы сделайте что-нибудь, чтобы он заработал, а потом уже что-то... А Семенова так говорит, все. Ну, лечитесь у Семеновой. И вот тогда донимают меня, Господи. И лечитесь, или не лечитесь, в конце концов. Так. Значит, делайте 3 клизмы подряд, 3 промывания. Потому что, то есть это клизма будет каждая, а в общем все это будет уже промывание. 6 литров? Да, конечно. 2 литра сделали в туалет, снова 2 литра в туалет и снова. Это есть промыть кишечник до слепой кишки, до аппендикса. И это делается каждый день. Но не удивляйся. Кишечник весь заполнен грязью. И не только та, которая болтается в просвете, но еще которая приросла к стенкам кишечника. Это имеется в виду толстый кишечник, толстый, который идет после тонкого. И который начинается вот этим самым слепой кишкой и аппендиксом. И если мы никогда его не моем и едим регулярно мясо,
то аппендикс нагноивается, получается гнойный аппендицит и все ужасные последствия этого гнойного аппендицита. Ну вот, промыли. Это делается утром, потом горячий душ, потом питье аквара. Горячий душ? Да. И уже вот пишите, и уже ничего не кушать, а только пить аквар кров с медом и соком лимона. А так утром? Да, промывание утром. Вечером? Ничего не пить можно? Ничего не есть. Как не пить? Пить обязательно. А пить можно, да? Не только можно, необходимо, нельзя не пить. Только пить аквар кров с медом и соком лимона. В день 12 стаканов, 3 литра. Как заваривать, сейчас напишем. Ну, я да, еще раз продиктую название трав, так и быть для тебя. И... Ну, это мясок. И да. Так, значит, название пиши трав. Мята, душица, мелисса. Подорожник. Мать и мачеха, чабрец. В аптеке можно? Можно в аптеке, можно на рынке. Не знаю, как у вас. У нас хорошие травы на рынке. Да и здесь я смотрю, какие травы растут. Да? Чабрец. Тысячелистник, лепешок, полевой хвощ. Лепешок? Да, полевой хвощ. Крапива, шалфей. Пустырник, цветы календулы. Корень валерьяны. Не обязательно все найти. Можете одну-две три травы пропустить. Но, в общем-то, сделайте отвар этот обязательно. Значит, пропорции такие. Все поровну, по одному стакану. В один общий пакет ссыпаете, перемешиваете. По одному стакану каждой. Да. Это много надо пить. Вот, перемешать все и брать оттуда, из общей смеси, 2 столовые ложки. 2 столовые ложки сухих трав на литр кипятка. Заварить в термосе или эмалированной кастрюле. На полчаса. Через полчаса начинать пить. Через полчаса процедить и начинать пить по одному стакану через каждый час. Добавляя в каждый стакан. Две чайные ложки меда и сок четверти лимона. А можно сразу сделать или нет? Нет. Это теряется ценность меда, лимона. Лучше в каждый стакан. Но если нет выхода, если вы на работу должны уйти, ну тогда придется, конечно. Тогда придется. Две чайные ложки меда и сок четверти лимона. И это все вы пьете стакан за стаканом, но можете пить не 200 грамм, а 300 грамм. Лучше каждый час. Час вот так, 250-300 грамм. Кроме этого, вы можете пить еще сок грейпфрута, если вы не пьете никаких таблеток. Вот запомните, сок грейпфрута не совместим ни с какими таблетками, ни с какими лекарственными,
Но сам по себе он очень активное лекарство, великолепно очищает почки и суставы, растворяет, выводит вот эти кристаллы мочевой кислоты, и головные боли проходят, и все это ликвидируется. Любая мигрень излечивается за неделю. Любая, даже многолетняя головная боль, представьте себе, излечивается за неделю, 10 дней. Да. Так что делайте это, пожалуйста, делайте. В любом случае, и совершенно, в общем, с необходимостью такой, прямо-таки, обязательно откажитесь от лекарств. Откажитесь от лекарств. Единственное, что должно быть в вашей аптечке, это сульфат магния. Постоянно держите дома запас сульфата магния. Касторку прямо 5-6 пачек держите дома. Неизвестно, кому плохо станет. Может, соседке плохо станет. Может, поднимется температура у ребенка. Сульфат магния, если он маленький, пить ему он невозможно, не выпьет. Ему надо клизму сделать. Вот. Высокая температура, клизма. У вас что-то там произошло. Гипертонический криз у мамы, предположим. Сульфат магния пить. Тут уже надо пить хорошо, много надо пить. И так далее. Еще держите дома касторовое масло. Ребенку понадобится. Касторовое масло, кстати, оно и очень хорошее лекарство для кожных разных элементов. Ну, там царапина, ранка и что бы ни было. Даже вместо йода его можно смазать свежую ранку ребенку. И йод держите дома. Вот, практически все. Даже анальгетиков у меня нету ни одного обезболивающего, ни одной таблетки нету уже в течение 30 лет, наверное. И аспирина нету, и нету, в общем-то, препаратов нету, короче, все. И они не нужны. Я и вся моя семья, мои дети, мои внуки растут живые и здоровые без наличия лекарств в доме. Так, что мы делаем? Значит, на чем мы остановились, что мы пьем? Пьем? Пьем, пьем. Пьем сколько времени? Ну, неделя минимум. И не есть неделю ничего, да? Нет, не кушать, ничего не есть. От 7 до 21 дня вот такое решим. От 7 до 21 дня. Что, кажется, ты клизму ставишь? Обязательно, каждое утро ставить клизму. А вечером сульфат? Нет. Один раз только пьем, да? Кому один, кому два. Ну вот ему два, Алексею, два зачем? Раза. Зачем? Мне два не надо. Я вам рядом со Светой постоянно уже выпила. Мне уже там все. Подожди, ты пил один раз уже? Нет. Ну масса большая у тебя. Для того, чтобы из всех клеток все почистить, надо два раза. Тебе один раз достаточно? Я вижу, что один день. Не вечер. Один день, один вечер. То есть не семь вечеров? А нет, конечно, вечер. Один. И Леша то же самое, один. Ему вечер. Два. Ему два. Бывает три, но максимум три раза, но три не надо ему. Все, а клизма? Три дня подряд. А вам три дня, Герман, вам три дня. Если человек большой, три дня. И живот тоже большой. Три дня подряд клизмы, причем... Клизмы можно не делать завтра. Клизмы после как кончите, третий раз выпейте, потом на утро клизму. Потому что все равно оно будет, это циркуляция лимфы будет, и завтра тоже будет жидкий стул. Все. Все, грифы-то все сказали. Теперь, после 7 дней, ну, сейчас вот для вас конкретно в этот вот период лечения, вы можете уже приступить к сокам другим, любым. Фруктовым. Да, на 8-й день можно пить соки. Овощные и фруктовые свежевыжатые соки. Пожалуйста. Ну, если там что-то трудно, неудобно или что-то, и нет особых болезней особых, можно это сделать и с 4-го дня. Но лучше с 8-го дня соки пить. А есть нельзя? Пока нельзя. Ну, нету. Я буду так жевать на уме. Подождите, если нету соковыжималки, нереально, да, чтобы вы сок пили? Но тогда... Ну, купишь, лучше купи, потому что она нужна будет все равно, понимаешь? Ну, хотя бы 3 дня вы пейте соки, 3 дня, а потом уже начинаете кушать, чтобы вы поняли, как кушать после вот этого голодания, так называемого. То есть, ну, скажем, вы 3 дня попили соки, а 4-го дня вы едите 3 раза в день. Режим такой, утром отвар. Утром отвар. Через полчаса сок, любой свежий,
В 10 часов еда. Фруктовая. Вы уже кушать хотите? Да, вы едите фрукты цельные, не соки. Ну, там что? Кроме банана. Кроме банана, который очень плотный и такой крахмалистый. Значит, едите, можно клубнику, в общем, сочные фрукты. Клубнику, апельсин, грейпфрут, яблоко. Яблоко, протертое на терке. Ну и все, что другое вам понравится. Сливы, персики есть сейчас. Мандарины, можно это. Но мало, мало едите. Ну там. До еды сколько отвар там должно пройти? Сначала пить отвар, а потом есть. А отвар через полчаса сок, через час еще раз сок или отвар. В общем, ну как вы часовым интервалом пили, да? А до еды за полчаса пьется вообще, или сок, или отвар, да, но до еды обязательно надо пить, хотя бы за 15 минут, но уже вы не лечитесь, ничего, предположим, да, ну вообще, я говорю, пришли с работы, ну, или откуда-то, и вы голодны. И обычный человек, раз он голодный, он начинает кушать, а не пить, но голодный человек должен пить, а не кушать, хотя бы воду. После этого, через минут 20, вы уже можете кушать. Но это крайне необходимо перед едой пить. Потому что для пищеварения нужна жидкость в желудке. Для того, чтобы желудочный сок выделялся, да, нужна жидкость. Но если вы не пьете, а сразу начинаете кушать, а до этого вы часов 5-6 вообще не ели и не пили, или ели, но не пили и так далее, в желудке жидкости нету. Но она нужна при приеме пищи. Значит, организм обязательно туда должен кинуть откуда-то жидкость. Ну и начинается паника, ну откуда жидкость взять? А жидкость всегда из толстого кишечника. Значит, она из толстого кишечника пойдет по лимфатическим путям в желудок. Понимаете, что происходит? Грязная эта жидкость из толстого кишечника идет в желудок. И там пищеварение идет. Ну, это совсем никуда не годится. И потому запомните, обязательно перед едой надо пить. Ну, просто нет ничего, выпейте стакан воды чистой. Ну, лучше отвар, можно и сок прекрасно будет. Подожди, подожди, я хочу докончить еду. Так, вы едите, значит, фрукты, потом вы полтора часа не едите и не пьете, через полтора часа вы пьете что-нибудь, лучше отвар. Конечно, тут уже отвар, потом желательно сок попить, но нету сока, отвар, вы же на работе. А в два часа обед. Обед пока что тоже фруктовый. Ну, а вообще обед может быть или фруктовый, в первые дни лучше фруктовый, или овощной. То есть это салаты будут. Вот протертые салаты, вот как мы сегодня ели. В общем, самые разные овощи, чем их больше, тем лучше. Но все протертые, и лучше на мелкой терке. Огурцы, скажем, на крупной, там яблоко на крупной. Яблоко можно в овощной салат добавлять. И заправлять пока не надо ничем, кроме лимонного сока. Потом вы будете заправлять салаты еще и растительным маслом сыродавленным и сметаной домашней, имейте в виду. Ну и потом будете употреблять яичные желтки сырые. Начиная с 8-го дня можно сырой яичный желток один или два в день, лучше даже два. И это практически можно всю жизнь, вот так эти один-два сырых яичных желтка. Яйца в другом виде употреблять нет смысла. Нет смысла их варить, нет смысла жарить и делать гоголь-моголь тоже. Потому что во всех этих случаях яйцо убивается, уничтожается буквально. Ну, как и все вареное уничтожается. Вот, и потому, а поскольку желток – это даже не еда, это лекарство, это великолепное лекарство, восстанавливающее ткани, то варить его вообще – это значит все терять. Ешьте его сырым. Можно в салатах, можно в соках, особенно с морковным соком, а можно так проглотить и заесть чесноком или изюмом, чем что вы больше любите. Подсолить можно? Да, можно подсолить. Но кроме вот этого меню, фрукты и салаты, да, ну, появились теперь еще в нашем сознании, так сказать, благодаря Виктории Бутенко, вот эти зеленые коктейли. Это очень хорошая вещь. Вот мы сегодня делали и пили с удовольствием. То есть в колбу, блендера в колбу, блендер колба, а не погружной, наливается 2 стакана воды, хороший пучок зелени, такой хороший, и какие-нибудь фрукты. Ладно, там бананы, клубника, все, что есть, можно 2-3 фрукта. Можно сделать с помидорами, вот очень хорошо. Чеснок, помидоры, морковь, орехи,
Понимаете, так что разные могут быть комбинации. Это очень питательные, очень хорошие коктейли. Вот, ну, они прямо заменяют мясной обед. Вот так. Потому что в зелени очень много белка, вот того, которого мы из мяса мы только можем получить, и незаменимые все аминокислоты, они есть в зелени. И к тому же эти белки не вызывают аллергии, потому что они не цельные, а расщепленные, это гидролизаты. Вот если это все напишите и запомните, и, а там у тебя аудио нету, есть аудио у тебя? Сейчас у меня новый кассет. Ну, в общем. Все, я кончила. Давай, так что... Спасибо. А ты записала разговор? Я последнее, что в этих зелени много... Ну вот, я хочу знать, ты можешь услышать, что сказано там? Услышать можешь, что там сказано? Да. Все, мне это нужно что-то. А можно вопрос? Да. А вот есть, можно сосновый, нет, точнее, пить соки соснового дня можно? Да. А кушать как на какой день? А, ну я сказала, 3-4 дня пейте соки. Дня. Да, вообще помогается столько же времени, сколько голодаешь, столько времени пить соки. Ну, я сейчас конкретно говорю, а вообще, если ты 7 дней не будешь пить только отвар, то лучше все-таки, вот слушай меня и напиши, 7 дней только отвар, а 14 дней соки и отвар. Соки и отвар, чтобы 21 день стало. А потом уже еда. Ну, будет время, так будешь делать. А пока держите. Вот маме вот так надо, твоей маме так надо. У нее серьезные болезни. Ей надо 3 дня подряд выпить сульфат магния. 3 вечера подряд. И потом перейти на отвары. Не потом, в те же дни тоже только отвары. Отвары, сок грейпфрута, если она не пьет таблетки, но она, видимо, пьет и немало пьет. Значит, не надо сок грейпфрута. Очень много. Что же она 55 лет? А сколько она может так выдержать? Это же грозит и инсультом, и всем чем угодно. Я постараюсь к вам ее привезти. Может, вы им отправите, потому что я... Ну, давай, давай, конечно. Привези ее. Привези обязательно. А сок грейпфрут покупать нельзя, лучше делать из натуральных? Да, 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 да. Не лучше, а вообще единственное. Приемлемый вариант – это грейпфрут. Покупные соки, они даже... А может быть, еще тоже вначале, я не совсем поняла, вот до первый день, когда нужно пить сульфат магния, ну? Сульфат магния нужно в стакане воды, да, растворить, да. Стакан выпить, да. Потом еще стакан... Еще запить отваром. Вот еще, что? А, то есть получается 2 стакана. Каких 2 стакана? Сказали 5-6 стаканов. Ты ж писала. Ну, просто чтобы... Хорошо, поставлю по-другому вопросу. Чтобы запить... Да. Сульфат магния. Да. Я выпила стакан воды, сульфат магния. Да. Запиваю отваром. Сколько нужно отвара? Вот первый раз. Один стакан. Один стакан. А потом лежу час с грелкой, потом опять пью. Спасибо. А потом, когда лежишь, еще пьешь три стакана. Ну да. Могут ли возникать какие-нибудь... Обострения могут, да, конечно. Обострения могут возникать, особенно у больных людей. Гипертония, криз, ну, поднимется давление. Сильная головная боль, повышение температуры может быть. Ну, может, кашель усилиться. Все это признаки очищения. В общем, это почти необходимо, всегда бывает. Но если вы регулярно и хорошо промываете кишечник, то вы можете избежать этих обострений. И практически у меня их не бывает. Бывает очень редко. Потому что вот эти упорные промывания, вот удивляйтесь, 3 раза подряд, 2... Да, именно так. Они постоянно, вы понимаете, очень много вот этого морфологического субстрата у любой боли. Если боль, значит там что-то накопилось, какая-то грязь, а какая-то это гной, это мочевая кислота, щавелевая кислота. Соли, кальция, в общем, все что угодно. Их много, их очень много. И потому только клизмами возможно дать, можно дать возможность вот всем этим клеточным швакам выйти, ну как скажете, клетка из головы. Да, через клизму выходит, из легких, из бронхов, все выходит через клизму, потому что лимфатические пути выносят. А лимфатические пути открываются в толстом кишечнике. Очень многие, немногие, конечно, но некоторые, значит, пациенты никак не могут начать лечиться, потому что они не могут делать клизмы.
Одна мне женщина прямо сказала, с мужем пришли лечиться. Он все будет делать, но клизмы нет. Он считает, что это его унижает. Был такой анекдот, а может, это была правда, не знаю. Это мой отец рассказывал, что во время Первой мировой войны значит, был пленный русский фельдшер у иранского шаха. Ну, понятно, уровень культуры иранского шаха был низкий тогда, но, в общем, он заболел. Зовут фельдшера, кого еще позвать? Ну, он говорит, нужно клизму делать. Ну, тогда эта естественная терапия была, во всяком случае, в сознании фельдшера была. Нужно клизму, надо очистить. Ладно, он ушел, ну, теперь делаем клизму. Ого, что вы делаете? Что? А кто сказал? Фельдшер, ага. Приходит Иван. Пошли, тебе рубим голову. Почему? Ты сказал шаху сделать клизму, ты его оскорбил. Нет, нет, вы не поняли. Я сказал, мне надо сделать клизму, и шах выздоровеет. Что же ему делать? Сделали Ивану клизму. Ну, шах, естественно, потом выздоровел, сказал, хорошо. Так что, ну, не имейте этот уровень, не имейте этот уровень. Ты оскорбил шаха, говорю. Убедите своих детей. Дети тоже, ой, дети какие, особенно мальчики лет 10-12, все, они уже, сгонор у них высокий. И потому с детства надо учить всему этому. Первая болезнь ребенка – точно такая методика и так далее. Мой внук, он уже сам себе клизму делает, 12 лет ему. Это его их заболел, да, он пошел в ванну, клизму делает, все знает. А у них уже отложено. Заболели – пить и все, не кушать. Значит, иначе как вырастить, иначе детей невозможно. И они же болели, знаешь. Ну и теперь остается сказать, что делать, чтобы этих болезней не было. Что делать? Сделать то же самое. То же самое, пока не заболели. Все. Еще как часто нужно вот эти очистительные клизмы, очищения, как часто нужно проводить? Как часто? Да. Это надо делать один раз в неделю, клизма голодания. 3 дня в месяц, скажем, с 1-го числа, и 7 дней каждый квартал. Все. Если вы это будете регулярно делать, вы знаете, гарантированы от всех болезней в любом возрасте. Ни свиной, никакой грипп вас не настигнет, и рак вас не настигнет, и гипертония тоже, и та-та-та-та-та. Но если вы будете настолько разумны, что будете еще во время беременности очищаться, и особенно во время кормления, и ребенок не будет болеть. Вы понимаете, как прекрасно, когда ребенок не болеет. А если заболел, то сразу вот такое лечение в течение 2-3 дней вылечите, ну и все. И взрослый человек будет здоров, он будет сам себя управлять своим организмом и не быть в рабстве у болезней, врачей и. Вот так, друзья, дела обстоят. У меня есть от моих родственников, которые не поняли вашу систему. Ну, конечно, они поймут. Что им ответить? Вот мне дядя сказал, я ему объясняла, что мясо есть вредно. Да, ну все вроде объяснила. Он говорит, ну как же так, а вот есть же люди, которые приспосабливаются в условиях Крайнего Севера, там только едят мясо. Ну пусть едят. Мы же не в Африке живем. Ну, но он живет и не в условиях Крайнего Севера. Пусть едят, едят и болеют, и рано умирают. А сколько они живут, эти чукчи и прочие. А где он? В Тамбовской области живет? В Тамбове. Ну что, Тамбов это не так уж страшно, там и фрукты, и помидоры. Мужчина, мне нужно его переубедить, у него такие аргументы, я не знаю, чем ему отвечать. Он здоров? Он здоров? Но он не слушает. Скажи, зачем ты болеешь? Вот почему ты болеешь? Если все это правильно ты ешь, почему ты болеешь? Значит, неправильно, что ты делаешь. Объяснить надо, что состав тканей зависит от состава пищи. Болезнь не от того, что неправильная еда. Все, ну не хочешь, значит, болей. А не хочешь болеть, попробуй хотя бы. Ну попробуй, ты 20 дней не покушай мясо. А он не умрешь, потом опять кушаешь. Хотя бы люди испытать на себе должны. Знаешь, если их нельзя, невозможно убедить, то скажи, испытай. Все. Вот. А еще тоже я хотела уточнить. Вот вы вчера рассказывали отличие живой еды от мертвой. Там, где вот правовращающаяся структура и левовращающаяся. Я, честно говоря, сама до конца не очень поняла. Правовращающаяся – это что, молекулы или это… Все структуры, да, молекулы. Аминокислоты. Вокруг это… Это стереоизомеры, понимаешь? А я же сказала, это условно говорится право-левовращающее. Если такой вот раствор глюкозы помещаешь в поляриметр, то отклоняется, стрелка поляриметра отклоняется вправо.
Вот и усвоение. А если раствор натуральный, меда, без примеси сахара, помещаешь тоже, ну, там каплю на это стекло полиэтилена, то стрелка отклоняется влево, потому называется левовращающий изомер. Вот. И можно определить чистоту меда, поэтому левовращающий изомер, это изомеры, это же они голограммы, понимаете, органические молекулы все наши, молекулы, белка, и это голографические молекулы. Они, ну, в пространстве, они имеют определенную конфигурацию. Вот, понимаешь? Ну, это физико-химия объясняет, это я в этом деле не специалист, я просто знаю данные этих наук. Это корректно сказать, что это молекулярная структура. Да. Измеряют вот особенности молекулярной структуры. Особенности молекулярной структуры. Конфигурации скорее, не структуры, потому что структура одинаковая у глюкозы и у фруктозы. Одинаковая структура, вот это CCH. А конфигурация разная. Они такие, другие, ну не знаю, какие уже они, но очень сложные. Потому что, ну, все голограмма, да, весь наш организм, Вселенная. Что вы можете сказать о солнцееде барановой? Она даже не солнцеед, могу, во-первых, сказать. Она сама говорит, что солнцееды – это другие, которые питаются именно солнечной энергией. Она говорит, мне безразлично, будет солнце или дождь, или будет смог, или не смог, или будут бетонные стены. Я питаюсь космической энергией. Такие тоже есть. Ну, в общем, разные есть градации, так сказать, ну, этих вот людей, которые живут без еды. Их около 20 тысяч человек сейчас на планете. Нужно читать книгу Джаз Мухин «Духовный резонанс». Если вы прочтете, может быть, поймете, а может быть и не совсем. Книга довольно сложная. Ну, я так прочитала. Ну, в общем, так поняла я только одно, что можно жить без еды, если вообще резонанс – великое дело. По-моему, говорили сегодня, там на конференции говорили о резонансе. Дальше чудо соответствия. Резонанс должен быть между вообще любыми явлениями. Понимаешь, резонанс то же самое, что любовь. Вот у Авиценны есть книга «Трактат о любви». Ну и так, то есть вы должны быть, вибрации должны соответствовать вибрациям космическим. Но также и элементарно супруги в семье, чтобы это была нормальная семья, где будут расти здоровые психологические дети, да и физические. Супруги должны быть в резонансе, а не в диссонансе. То есть у них должно быть согласие не только внешнее, но и обязательно и внутреннее. Просто мысли должны быть в резонансе. Если один думает и говорит так, говорит, да, хорошо, ты прав, особенно жена, ну хорошо, подарок, но все-таки муж сильнее. Она послушная жена, но внутри она не согласна. Она прям сопротивляется, если это значит, у нее нет любви, и нет резонанса. И это все уже. Это то, потом выльется в разные очень уродливые формы и так далее. Как книжка для Змухина называется? Духовный резонанс. Духовный резонанс. На сегодня есть какие-нибудь технологии перехода к праническому питанию? Конечно, есть. Только я их... Вот читайте книжку эту. Конечно, есть. Есть. Там дыхание, по-моему. Ну да, дыхание в основном. Как вы думаете, человек с праническим питанием, он долго проживет? Очень, очень. Статистика есть какая-то? Я не знаком, может и есть, но я думаю, что, конечно, особенно если это не эпизод в жизни, а вот как Воронова говорит, она говорит, ну я не нуждаюсь, это около уже 6 лет, по-моему, она так ест. Я думаю, тут вообще вечность даже обеспечена, потому что вы понимаете, что не изнашиваются органы пищеварения, а значит вообще весь организм. Ну, праническое питание – это, не знаю, идеал. Вы говорили 30-40% из пищи. Что-что? Человек, вот нормальный человек, он 30-40% только энергии из пищи получает. Да, да, а да. Остальное да. Все равно. Все равно космическое. То есть 60% конечно. Точно. Да. Но вы смотрите, мы же эти тоже можем заблокировать проценты, если мы закрываем свои чакры. А как мы их закрываем? Отрицательными эмоциями. Mm-hmm. Вот эти все, это все уже. Вот это негативизм, пессимизм, и, я не знаю, скепсис. Ненависть, страх и зависть. Особенно страшная вещь – это злоба и зависть. Это страшные вещи. Знаете, вот у меня одно убеждение, что каким бы достоинством не обладал человек, умный, и, ну, в общем, злоба все нивелирует. Все.
Вот умный становится глупым от злобы. Страшная эта вещь, она так разрушает человека. Гордыня еще страшнее, наверное, всего, потому что она посещает иногда очень хороших людей. Вот гордыня, если человек хороший, но вот эта гордыня его убивает, его и все окружение. В конце концов, там трагедия. Такой человек всегда жизненная трагедия ему обеспечена, ну всегда. Страшная эта вещь. Я столько знаю примеров семейных трагедий. Сколько вы лет знаете Баранова? Ну вот, когда я с ней познакомилась, она уже год не ела тогда. Год. Значит, 5 лет только узнаю ее. Ну, я ее знаю по фильмам, по лекциям. И как бы, наблюдая даже по фильмам, я вижу, что она меняется. Я очень давно ее не видела. Как она меняется, мне очень интересно. Мне кажется, что она все-таки состарилась. Состарилась все-таки? Не знаю. Я думаю, она должна бы помолодеть. Не это знаю. Такое, да? Ну, не знаю. Не знаю. Возможно, дело в том, что... Да, но, скорее всего, не ошибайтесь, потому что она-то не с младенчества начала эту практику, а все равно столько шлаков накапливается. Но она же голодала, конечно. Она голодала и без воды, и с водой. Ну, сначала с водой, потом без воды. И вот когда она очередной раз без воды голодала вроде... то уже все, не вышло из этого. Это трансформация. Да, трансформация. Скажите, а вы в чем заключается ваше предназначение? Мое предназначение заключается в том, чтобы люди не болели, чтобы объяснить людям, вот именно объяснить, понимаете, может, я этой цели не достигну, но довести до сознания людей их состояние, состояние их организма, их место в природе, их физиологическая роль в природе, ну а после физиологической, конечно, и роль в социуме. Но если человек будет жить в природе, в чистой экологической природе, я думаю... Изменится его сознание, безусловно. Да, безусловно. Я скажу к тому, что, наверное, не надо будет делать вот эти клизмы и принимать вот это. Вполне возможно, вполне возможно. В чистой природе и соответствующим питанием, потому что... Жизнь в природе еще не обеспечивает, это скажем. Это просто необходимо делать. Да в корне необходимо, конечно. И, конечно, ну, возьмем, скажем, предков наших, третье там поколение до нас и прочее. Конечно, жили они в природных условиях более, ну, чистая, можно сказать, еда. Тот же скот ел сено, траву, прочее, не было комбикормов. Но они же умирали все равно. И очень многие умирали и в молодости, и в детстве. Потому что инфекции, потому что и чума, и холера, и все это было в средние века, все-все было. Почему? Потому что люди ели мясо. Вот это самый страшный порог человечества. И это так меняет психику. Поэтому вот сегодня вы, да, говорили, многие едят мясо, и очень хорошие семьи, и прочее, прочее. Да, а информация это распространяется, и их поколения все равно будут психологически развращенные уже, изуродованные. И пока существуют на планете мясокомбинаты, войны не прекратятся. Это факт уже. Ну, это не мое, истина не мной высказана, но это так, конечно. Скажите, смерть человека 190 лет, это понятно. Но когда умирает ребенок, ну, вот, вот. В один год, и родители, казалось бы, здоровы, в чем причина? В том, что я сказала. То есть во время беременности ребенок наглотался достаточно много гноя из материнской крови, а потом из молока. И вот синдром внезапной детской смерти. Известное дело, ужасная, жуткая картина. Когда здоровый ребенок от 4 до 5 месяцев чаще всего, утром просыпаются, ребенок мертвый лежит в колыбели. В чем дело? Непонятно ничего. А в чем дело? Апноэ. То есть у него обструктивный бронхит, он просто задохнулся. Мокрота заполнила бронх какой-то, а у него, ему это недолго. И ребенок задохнулся, потому что слизь, мокрота уже гнойная, она с ним уже пришла в этот мир. Обструктивным бронхитом дети рождаются, потому что мамы едят мясо. Моя девочка родилась и чихнула. Это страшно было. Правда, было холодно, была зима, декабрь месяц, роддом, все, действительно было холодно. Но она родилась и чихнула, я была в ужасе. Ну и потом 12 дней ей, и я с ней уже в детскую больницу с пневмонией, уже антибиотики, уже все. Но это было 38 лет тому назад.
Потом я сообразила, в чем дело, но через несколько лет я ее вылечила. А все, лет 8 она болела бронхитом, бесконечно. Ну, такое дело. Вы лечили ее именно вот этой методикой? Да, ну вот, после 8 лет уже мы, да, начали голодать, мясо ликвидировали, все-все-все. И дети быстро лечатся. Конечно, она так вылечилась через 2-3 года, а уже прекратились ее болезни, ее кашель, все это. Сейчас дети лечатся намного хуже, намного медленнее, намного труднее. Это факт. Вот начните, вы увидите, волшебные вещи происходят с вами. Только начните обязательно. И уже о детях не говорю. Только так лечите их. И лечите, не ожидая даже болезней детских. Не жите. Скажите, как избавиться от раздражительности? Ну, во-первых, почиститься. Все-таки основа это. Потому что я уверяю вас, вот 7 бед, один ответ, понимаете? Все-таки так. Ну, Николаев говорил, шизофрения – это аминотоксикоз мозга. Но если шизофрения, то значит другие степени психических различных нарушений нервных тоже аминотоксикоз, но меньшей степени. То есть амино. А что значит амино? Азот. Откуда азот? От мяса. Понимаете, это так. Это так. Ну и, конечно, желательно иметь правильные взгляды. Но вот идея заставить взрослого человека изменить свой взгляд на мир, изменить свое отношение к людям, изменить. Прежде всего, надо биохимию изменить, биохимию мозга, ну а то есть печени. Та-та-та-та-та. Как избавиться от наркотиков? А вернейшее средство и единственное от сигарет, от алкоголя, от наркотиков избавиться – это вот этот метод. Причем именно мед и лимон – сильнейшие антидоты, тем более травы. Великолепно очищается печень, за печенью очищается мозг. Если в организме нет следа этих наркотиков, любых, то мы не хотим их больше есть. Что такое мясо? Мясо – это очень сильный наркотик. И потому только голоданием можно избавиться от мяса. Перейти от обычной пищи на сырую очень трудно, потому что там полно мяса и алкоголя, никотина, всего чего угодно в печени. И они требуют того же. А если мы их выкинем, то потом уже кажется очень вкусной любая еда сырая. Она именно...